Итак, фильм сегодня у нас «Лига джентльменов». Я думаю, вы видели этот фильм, и он вам тоже нравится, как и мне. Я включаю демонстрацию экрана. Внимание на экран, и потом короткое обсуждение. Все, жду от вас комментарий в чат. Да, новый уровень понимания, когда можно договариваться без слов. Все разные, и что-то их одно объединяет. Движение встречи друг друга. Да. Ну давайте от меня. Смотрите, мы в прошлый раз с вами смотрели отрывок из фильма «Последний бойскаут» и говорили о том, что наличие доверия и взаимопонимания в команде позволяет ей всегда быть на шаг впереди других. А сегодня хочется поговорить о значимой объединяющей цели в команде. Вот у меня, как обычно, в понедельник, вторник проходило много трекшн-митингов, и я всегда, каждый раз, вот первые 2 дня недели говорю командам о том, чтобы они нашли единую цель, договорились об этой цели и шли бы к этой цели. И вот когда вот эта цель существует, а цель вот в этих фильмах, которые мы смотрим, она же какая? В чем глобальность цели? Спасти мир. В этом же, да, глобальность цели, поэтому они все соединяются в команды и идут всегда вперед. А то, что делаем мы, разве у нас не цель спасти мир от плохого сетевого, от финансовых пирамид и от безденежья людей, которые на работе убивают свои жизни? Разве не в этом наша цель? Мы же тоже спасаем мир. И вот я хочу, чтобы мы вот этот момент с вами допоняли и вокруг этого бы объединились. Но давайте вернемся к фильму. Герои фильма, они вообще категорически все разные. Кто там был? Капитан Немо, Человек-невидимка, Халк, Агент 007, Вампир, кто-то еще. И мы видим с вами развязку фильма. Они вместе. Они смогли договориться. И разность, они же все разные абсолютно. Вот эта разность сделала их общей силой. У них было, вот кто фильм смотрел и, в принципе, понимает этих героев, в принципе, у них же много противоречий, у них много недопониманий, у них дофига недоверия друг к другу. Вообще-то там есть эпизоды, когда они готовы были убить друг друга. И, в принципе, прямо убивали друг друга. И были прямо оппонентами. Они были полны ненависти и вражды друг к другу. Но все позади. Это не случилось на щелчок. Они долго шли к этому. И сейчас у них самый ответственный этап. Сегодня, вот сейчас, вот этот момент, они объединены одной целью. Вот как раз цель спасти планету. И эта цель делает их вот эти междоусобицы, какие-то вот эти мелкие недопонимания вообще неважными. Что-то другое стало важным. Важно также, что цель не только их объединяет, но эта цель еще нужна каждому герою лично. И вот если вы хотя бы, может быть, 2-3 героя отсюда знаете, у них у всех разные мотивы. Ну и, в принципе, по фильму это видно. Но с разными мотивами одна цель. Смотрите, как бывает. Вот придя к этому осознанию, вот эта вот точка какая-то X, они понимают, что сейчас нужно отбросить в прошлое все, что было в прошлом, просто отбросить, обнулиться. И пойти в будущее. То есть сейчас бой. Вот прям взять и сделать. Сейчас или никогда. И только вместе они могут реально, ну, спасти планету, выполнить цель. Что еще мы видим?
Я, друзья, вот когда вот эту, сегодня фильм нашел, для вас подготовил, мне показалось, что у нас сегодня какой-то такой похожий переходный момент, когда мы можем все соединиться, завершить какой-то вот тот период, который у нас был, и реально пойти в какую-то совсем-совсем стратегически новую историю, совсем-совсем какой-то большой бизнес, совсем-совсем какой-то новый уровень. Вот это то, что я хотел вам сегодня сказать. В рамках и в контексте этого фильма. Готовы ли вы к следующему эпизоду нашему? Сейчас будет непросто. Те, кто у меня участвовал в диско тысячи, особенно кто попал в трехсотники и в шестисотники, это отчасти знают. И даже на побудке я когда-то это говорил. Но сегодня я хочу вам это сделать через пример. Через пример. Готовы к технике продажи? Берите ручки и строчите сейчас. Все? Поехали. Итак, чтобы стать эффективным продавцом, мы говорим сейчас не просто про продажу баночек, мы сейчас говорим про продажу идей большого сетевого маркетинга, профессионального сетевого маркетинга. И я вам буду приводить пример через тот же MLM Mastery. Нужно ответить на три вопроса один за другим. Сначала ответить для себя, а потом помочь расширить эти вопросы вот тем людям, той целевой аудитории, на которую вы направлены. Три вопроса звучат так. Сейчас я вам расскажу всю технологию, а потом продемонстрирую пример. Договорились? Минут пять там у нас, может быть, идет шесть на технологию. Ну, минут, может быть, 10-15, например, чтобы вы просто понимали, как эта штука работает. Поэтому технологию прям записывайте, а пример вникайте. Хотя тоже можете записать, это вам поможет. Итак, три вопроса. Вопрос номер раз. Что мы предлагаем людям? Вот реально, что? Вот я очень мало вижу, вот что мы, ну, то есть кто реально вот что-то такое прям вот предлагает. Вот под словом «что» поймите сначала, что купили вы. И поймите, что бы вы хотели реально продать людям. Вопрос номер два. Как это улучшает жизнь того, кому вы это предлагаете? Реально улучшает жизнь не на чуть-чуть, а кардинальным образом. И вопрос номер три. Как это можно легко купить? Чтобы, ну, без заморочек, без тумана, в один клик, очень просто и понятно. Итак, ту проблему, которую мы решаем, это для вас очень хорошо. Потому что чем больше проблема, тем толще ваш крючок. Поэтому, если вы решаете маленькую проблему, к вам будет маленькая реакция. Если вы решаете большую проблему человека, к вам будет большая реакция. И, по сути, человек, когда слышит, о какой проблеме вы говорите, он должен понимать, что единственный вопрос, как он это может решить, что купить у вас. Ну, зайти, например, на сайт, куда-то кликнуть. Люди будут отдавать свои деньги, друзья, только для решения проблемы, больше ни для чего. Вот если они понимают, что отдав, ну, заработанные там, потом, кровью, временем, там, чем-то еще свои средства, они будут отдавать, если это не касается, конечно, развлечений, хотя развлечение тоже решение проблемы, но они будут его отдавать вам, ну или в компании, если говорить точнее, когда поймут, что проблема точно будет решена. Поэтому, чтобы так случилось, вам нужно стать, внимание, хозяином проблемы. Вот прям вот эту фразу. То есть вы хозяин какой-то проблемы, и вы реально эту проблему решаете. Не путем того, что вы просто ее озвучили, а путем того, что вы реально помогаете этот вопрос у человека решить. И вы просто объясняете человеку, как вы ее решаете. Просто объясняете. То есть вам нужно просто показать. Смотри, раз, два, три, вот она так вот получилась. Елочка, гори. Ну, то есть была проблема у детей. Елочка не горела, праздника не было. Сказали они раз, два, три, позвали Деда Мороза, елочка раз загорелась, проблема решена. Дети все счастливы. Можно там вокруг елочки хороводы водить. Следующий шаг, который вы должны понять, что если вы правда умеете, понимаете, какая проблема, если вы правда можете ее решить, но вы неизвестны как эксперт в области решения этой проблемы, вас никто не купит, потому что вы неизвестны. Поэтому, решая этот вопрос у человека, решая его проблему, вы должны становиться известным в области решения этого вопроса. Ну вот Настя сегодня приводила пример, как это мы будем делать теперь
через инструмент моего Инстаграма, самой зарабатывающей команды, но решая ваши вопросы для сетевых предпринимателей. Дальше идем. Когда в коммуникациях, в там, онлайн-нетворкинге, на личных встречах вдруг возникает вопрос, вас спрашивают так или иначе, ну типа, а что вы делаете? Так вот говорите, что я решаю такую-то проблему. Вот прям говорите, что то есть вы должны стать решателем этой проблемы. Вот говорите в таком контексте. И этот контекст должен у человека возникнуть в качестве вывода, что вы для него лекарство от этой боли. Другого лекарства нет. Вы единственное лекарство. Но если вы чувствуете, что у вас еще недостаточно экспертизы, что вы можете прям правда помочь ему решить этот вопрос, ну типа вы еще не Стас Кузовов, тогда вы можете говорить, что вы являетесь проводником, а не главным героем. То есть вы проводник в решении этой проблемы. Угу. Как это делается? Смотрите, вам очень важно, вот это как при соединении, сначала продемонстрировать свою эмпатию. Например, очень круто работает фраза «мне больно смотреть, что вы», ну, и вот перечисляйте эту проблему. «Мне больно смотреть, что там ты зарабатываешь 30 тысяч в месяц», например. Или «мне больно смотреть, что ты в сетевом маркетинге уже год, а по-прежнему еще не сел на автомобиль». Ну, вот что-то такое, то есть какой-то вопрос вы решаете. Но я пример сейчас вам расскажу чуть позже. И вам нужно показать свой профессионализм и некую власть над человеком. И власть это показывается фразой, когда вы говорите, смотри, я тебе покажу 6 шагов, как мы с тобой решим вот этот вопрос. Ну там 3 шага, 6 шагов, там 90 шагов, какая разница. И вот эта фраза, она уже делает вас автоматически экспертом, потому что вы знаете этот путь, вы знаете эти шаги, а раз у человека есть проблема, она еще не решена, он значит не знает. Угу. Следующий аспект. Вам не нужно усложнять передачу денег в вашу сторону. Вот это нужно сделать максимально простым. И путь, который вы предлагаете, должен быть человеку легким и понятным. В смысле, легким – это не то, что он услан розами, а он должен для него быть прозрачным, чтобы понятно, чтобы его ожидания совпадали с тем путем, по которому вы поведете. Ну типа, я пойму вашу скорость, мы составим твой индивидуальный план, я возьму тебя за руку и проведу. Угу. И дальше нужен, ребята, прямой призыв к действию. Не просто типа там, ну, узнай сюда, зарегистрируйся здесь, подпишись сюда, а прямой клич типа «купи прямо сейчас». Вот это так должно быть. «Купи прямо сейчас». «Я вижу, ты хочешь, купи». То есть это должен быть не пассивный призыв. Если люди видят, слышат от вас пассивный призыв, они понимают, что вы сами сомневаетесь в своем предложении. И вы не верите в эту идею до конца. И дальше вы еще рассказываете, какая будет жизнь клиента, если он купит продукт. То есть вы рисуете картинку вот этого следующего уровня. А также рассказываете негативный сценарий, что будет с ним, если он не купит. Все. Вот она формула суперпродажника. Готовы ли теперь к примеру? Угу. Давайте пойдем в пример. Итак, я возьму в качестве примера MLM Mastery. Это будет продуктом, который я буду сейчас вам продавать. Готовы? Поехали. Фиксируйте фразы, возможно, они вам помогут в общении с вашими партнерами. Итак, друзья, что я предлагаю вам? Я предлагаю вам поступить в MLM-университет, MLM-мастере. Это поможет вам стать профессиональным сетевым предпринимателем. Тебя будут уважать, и ты сможешь больше не работать по 8 часов в день, быть больше семьей, и зарабатывать в 10 раз больше, чем ты имеешь сегодня. И сегодня ты можешь купить этот продукт, наш MLM-университет, очень просто. Ты можешь купить его за внутренние баллы. Я знаю, что у тебя есть проблема отсутствия роста в MLM. Ты пришел в сетевой маркетинг, но ты не зарабатываешь еще приличных денег. Тебе приходится оправдываться, что ты занят на работе. Кто-то заболел в семье, у тебя случилась какая-то проблема, тебе неудобно перед спонсором, перед Дмитрием Лаевским, ты чувствуешь какую-то растерянность, неуверенность, ты не можешь сфокусироваться. Тебе просто нужно зайти на сайт MLM Mastery. Просто зайти на этот сайт. Давай я тебе его покажу. Смотри, что здесь на этом сайте есть.
я пропущу экспертов, ты уже их знаешь. Чему ты научишься, мы тоже уже говорили. Давай сразу перейдем в тему курса. Смотри, как эта штука работает. Мы будем учить тебя росту сетевого маркетинга. Как рекрутировать в онлайне через Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбук. И ты разберешься, смотри, бесплатное продвижение, платное продвижение. Поймешь, как сделать аккаунт интересным, какие сценарии есть общения в социальных сетях, какие есть секреты настройки платной и бесплатной рекламы, и сделаешь свой аккаунт реально профессиональным. Также мы с тобой разберем продажи через YouTube. То есть ты организуешь свой канал, который будет работать 24/7, ты пройдешь базовые навыки в течение пары недель, а потом ты сделаешь так, чтобы через YouTube к тебе стали приходить твои потенциальные партнеры. И здесь смотри, что мы будем разбирать. Как пригласить зрителей на твой YouTube? Как через твой смартфон снять отличный ролик? Как его продвинуть? Как сделать так, чтобы он по выдаче выходил первым? Как сделать так, чтобы он работал годами? То есть ты однажды произвел контент, а он будет работать на тебя, привлекая тебе партнеров. Мы, конечно, поговорим про лидерство. Как проработать твои ограничения и стать более продуктивным и влиятельным человеком. Войти в ресурсное состояние и держать его. И держать не только одному, но и с командой. Смотри, мы будем проходить про изменение отношений. Какие жизненные приоритеты твои? Как они влияют на результат? Как это относится к твоей дубликации? Какие у тебя есть ограничения? Как с ними справиться? Как убрать страхи? Как включить себя на максимальную мощность? Как сделать так, чтобы твоя психика, твоя митохондриальная психика работала на полную катушку не против тебя, а для тебя? Мы поговорим с тобой про технологию масштабирования MLM. Мы не будем говорить про чуточно, мы будем говорить про большие деньги. Поэтому будем говорить про команду и про систему, про фокус и про лидерство, про масштабирование на большие страны и континенты. Как это будет работать? Смотри, будет заранее записанный контент от экспертов. Будут практические задания, будут групповые встречи с экспертами и будет взаимодействие друг с другом. Поэтому это все даст тебе вот тот самый рост профессионализма. Смотри, вот она программа курса. Здесь есть даты, когда что будет проходить. Все стоит 18 часов. Выбирай все, вставь себе в расписание или выбирай тот контент, который нужен тебе. Вот так это будет работать. Поэтому зайди на этот сайт, посмотри, пожалуйста, внимательно еще и разберись вот в этом нашем университете. Смотри, тебе нужно решить проблему твоего стеснения. Тебе нужно решить проблему твоей неуверенности. Тебе нужно решить проблему твоей стагнации. Никто больше твою проблему не решит. MLM Mastery решает твою проблему роста. И на своей работе, находясь, вот где ты сегодня находишься, или в своем доме, ты сам не справишься. Это реально твой шанс прорваться на следующий уровень. Я покажу тебе этот путь. Тебе просто нужно следовать. MLM-университет создан для таких, как ты. Там есть четкий путь, по которому уже прошел не только ты, там уже прошло много людей. Просто тебе нужно по нему идти. Друзья, мне реально больно смотреть, как вы пришли в сетевой маркетинг, и окружение крутит пальцем у виска, надсмехаясь над теми деньгами, которые вы здесь заработали. Я возьму вас за руку вместе со Светланой и проведу по коридорам MLM-университета, MLM-мастери. Мы с вами определим скорость, с которой вы будете усваивать знания. Что-то в прямом эфире, что-то в записи. Но ты пройдешь этот месяц, и он полностью изменит тебя. Поэтому прямо сейчас, когда включится личный кабинет, ты можешь нажать на кнопку «Перевести деньги». Я напишу в канале самозарабатывающей команды какой-то ID. И ты переводишь деньги, и ты начинаешь уже попадаешь в этот MLM-университет. То же самое ты можешь делать со своими партнерами. Ты должен понять, что если ты не сделаешь это сейчас, ты опять потеряешь время. Пройдет лето, и ничего не изменится. У тебя никогда не будет денег, чтобы вытащить тебя на следующий уровень. У тебя не будет денег, чтобы купить что-то детям или родителям. Ты будешь опять продолжать экономить, пытаться копить, отдавать кредиты, отказывать себе. Так пройдет год, потом еще один год, а потом у тебя просто не будет сил. Поэтому я предлагаю тебе решить раз и навсегда твою проблему. Приходи в MLM-университет и живи свободной, насыщенной, успешной, состоятельной, уважаемой жизнью. Тебе от этого отделяет нажатие только одной кнопки.